спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В четверг в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Днем воздух прогреется до 15-17 тепла, ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно и дождь, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 8. Северный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, гроза, днем плюс 16, ночью плюс 8 градусов, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно и дождь, плюс 15 градусов, днем, ночью плюс 7, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.